Сегодня здесь, на открытии Дворца искусств, собрался весь город. С сегодняшнего дня здесь будет работать более 40 детских классов по разным направлениям. Это хореография, вокал, гончарное мастерство, живопись. Ну, в общем, наверное, сходу всего и не перечислишь. А вот как раз руководитель компании, который построил это здание. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам о Дворце искусств. Ну, вы знаете, я очень рад, что этот грандиозный проект, наконец, воплощен в жизнь. Такого ведь в нашем городе никогда не было. Это абсолютно многофункциональный комплекс, в котором и молодежь, и самые юные жители нашего города, да, все найдут возможности для творчества. Одним словом, мы очень много сюда души вложили, очень много. Надо сказать, что ваша предвыборная кампания основывается на благоустройстве нашего города. А строительство Дворца искусств входит в их число? Да, ну нет, конечно. Мы этот проект начали разрабатывать, он огромный, задолго до того, как мою кандидатуру выдвинули на пост мэра нашего города. Так что нет, это, конечно, совпадение. Я не дотерплю. Давай ты с Наташей сходишь. Пап, я не могу с Наташей. Я хочу с тобой. Ой, боже мой. Ладно, пойдем. Пока быстро. Семен Александрович, куда? Вам после Ромочка, говорит, после танца. Сейчас, мы быстро успеем. Через 3 минуты как? Нет, невозможно. Сынок, ну что ты копаешься? Давай побыстрее. Я стараюсь. Да ты плохо стараешься, мне же еще выступать. Ну сейчас, пап. Поняла? Слышала? Да, быстро домой!
Из-за сильного снегопада крыша здания не выдержала вес снега и рухнула на сцену в торжественный момент открытия. 23 человека погибли, из них 9 детей, еще 60 в тяжелом состоянии. Сейчас на месте обрушения все еще работают спасатели и эксперты. За прошедшие сутки из-под обломков удалось вытащить 4 человека. Поиски продолжаются. Синоптики сообщают, что за вчерашний день выпало рекордное количество снега за последние 70 лет. Доброе утро. Семен Александрович, постановление на арест, постановление на обыск. Удостоверение ваше можно? Да, конечно. Градов Сергей Михайлович. Подожди, я сейчас. Хотят арестовать тебя? Ой, не будь дурой. Он не может меня арестовать. Это вас? Меня. Ну, вы же Градов Сергей Михайлович. Слушаю. Понял. А это вам? Ты чего хочешь-то? Посадить меня? Думаешь, у тебя получится? До встречи. Люк, ты идиот? Ты все равно никто не видит. Что ты делаешь? Никто не видит? Да? Ладно. Черт, никто не видит. Здрасте. Кто ты вышел? Шампанское. Марин, Серег. О. Привет. Привет. Ну что, ты все доел? Что было? Тебя оставил. Лёва, выглядишь. Эй, дорогу носорогу. Серег, это кому столько? Нам. Что-то не бегай два раза. Ты с нами? А? Да-да, с вами, с вами. Давайте. Женька, а ты с нами? С вами. А что, ничего здесь? Ты давай не гони, а то мы за тобой не угонимся. Давайте. Блядь, тусите меня, а? Здравствуйте. 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 Как поживаете? Спасибо. Хорошо. Отойдем, Сереж? Зачем? Просто минуту отойдем в сторону. Здравствуйте.
Сереж, вы знаете, как я вам хорошо отношусь. Зря все вы это. Не очень понимаю. Сережа, не нужно к нему ездить. Не нужно под него копать. Понимаете? Я так понимаю, вы про Крюкова. Давайте мы сейчас без фамилии обойдемся. Что-то не так. Сейчас сам скажу. Не помешаю? Да, я тебе рюмочку принес. Раз, пожалуйста, мы закончили. Ну и чудесно. А что такое было? Да мудачок повлезал мне. Давай. Ну, не ведись. А я не вез? Молодец. Поехал. Поехал, девчонка. Все нормально? Все прекрасно. Точно? Соломия. Точно? Соломия. Че, с ума сошел? Ребят, ну хватит. У меня губы красные. Ну что? Ты что делал? Дураки. Что там по моему вопросу? Ты решила что-нибудь? Нет, не решила. Когда решишь? Сереж, мы с тобой вроде и так хорошо живем. Правда же? Я хочу ребенка. Это сложный вопрос. Никто не говорит, что это легкий вопрос. Я хочу ребенка. Ну, сейчас или попозже. Ну, для этого же не обязательно жениться, нет? Не для этого. И вообще обязательно жениться. Это важно. Кому? Мне. Мне важно жениться. Потому что я тебя люблю. Сереж, ты вот сейчас вот очень, очень трогательный. Ну, пошла ты. Сереж, ты что, обиделся? Серег! Серег, ты серьезно, что ли? Эй! Не знаю, все теперь. Ну, ты чего, обиделся, что ли? Я прошу, я прошу, я, да. Ого. Что-то новенькое. Новый, да. Клевый, а? Не снимай, я так хочу. Красиво. Красиво. Сейчас же, секунду. Алло, да? Привет, Дашка. Ну да, не очень. Ну давай, да, где-нибудь. Угу. Кто это? Девушка. Твоя очередная? Писарев, слушай, ну мы что, вы договорились вроде? Да, мы договорились, ну знаешь... Жень, прекращай, Ее, пожалуйста, вызови такси, съесть не сложно. Жень. Все, давай, не сегодня, я сейчас поеду. Ну, давай потом как-нибудь, хорошо? Дурочка моя, а. Ну, ты что, хотел, чтобы я тебе соврал? Знаешь, соврать с твоей стороны было бы гуманнее сейчас. Да-да, в следующий раз не спрашивай, ты же знаешь, что я не умею врать. Только выключи телефон, чтобы баба тебе не звонила, пожалуйста. Не вопрос. Крюков Семен Александрович, пишешь? Да. Являетесь ли вы главой строительной компании «Мечта»? Да, являюсь. Можете ли вы утверждать, что все строительство велось под чутким вашим контролем веренной вам территории? Нет, не могу. Мой клиент не мог полностью контролировать процесс, поскольку одновременно вынужден был заниматься делами благотворительного фонда. К тому же, как мы знаем, сейчас проходит предвыборная кампания, и мы понимаем, сколько сил и времени она отнимает. Понятно.
Мой клиент передал право подписи и принятия решения своему заместителю. Можете ли утверждать, что все строительство велось строго по архитектурному плану и сметами затрат? Конечно, могу. Мой клиент, как глава компании, утверждал лично все основные этапы производства. Вот, например, когда отчеты проверяли, может быть, вы видели какие-то там ошибки или там неточности? В целом нет. Все шло в соответствии с производственными планами, согласно срокам. Я сам не могу даже понять, где произошел этот слом, эта ошибка. Но я все-таки опытный строитель. Я не первый раз строю в нашем городе. Что ж эта крыша не выдержала вес снега? Хочу добавить также, что мы не исключаем ошибку. Человеческий фактор. Человеческий фактор? Да что вы? Это вы что, мне хотите сказать, что у ваших гастарбайтеров руки, что ли, из жопы растут? Или вы там на строительных материалах экономили? Пока проводится экспертиза, никаких выводов делать нельзя. Поэтому давайте все-таки следствие воздержится от столь эмоциональных обвинений. Это вы знаете, по поводу эмоциональных обвинений поговорить с родителями детей, которые там погибли. Они вас разорвут к хуям. Извините. Давайте все-таки не будем угрожать нам расправами. Мы очень сожалеем о гибели детей. И мы хотим сказать, что мы со своей стороны безусловно выплатим все необходимые компенсации. Вообще... Ладно, Гриша, ладно про эти компенсации. Все с ними понятно, что про них говорить вообще. Произошла трагедия. Страшная трагедия. Погибли дети. И я не собираюсь снимать ответственности моральной ни с себя, ни со своей компанией. И мы сделаем все возможное, чтобы уладить этот конфликт. Конфликт? Ну, не цепляйтесь вы к словам. Вы прекрасно понимаете, что я говорю. Я не меньше, чем вы, хочу разобраться, что случилось, почему случилось, кто виноват. Так, дорогие мои хорошие, любимые, я хочу, чтобы вы не молчали. Если у вас назревает вопрос, вы его сразу произносили вслух. Я должна знать, что вы сидите эти полтора часа не просто так. Договорились? Кивнули головами? Кивали? Молодцы. Итак, молодая женщина гуляет по парку с мужем и с маленьким ребенком. Погода прекрасная. Солнышко светит, весна, первая травка. И вот они идут, улыбаются и проходят мимо лотка с мороженым. Ну что, ребенок видит мороженое и говорит: «Мама, я хочу мороженое». Что ему отвечает мама? Ну, давайте. Только после обеда. Совершенно верно. Только после обеда, потому что когда-то какой-то авторитетный голос сказал маме, что все удовольствия должны быть только после обеда. Мама ему это говорит, а папа вдруг, несмотря на запрет мамы, берет и покупает ему мороженое. Возникает микроконфликт. Иерархия мамы грубо нарушена. Мама больше не королева, она уже не главная, на нее не обратили внимания. Ее самооценка резко падает. Вот они идут дальше. Ребенок самозабвенно лижет это мороженое. Папа улыбается. А у мамы все изменилось. Солнце уже не так ярко светит. Травка уже не такая зеленая. Мама чувствует себя вне поля счастья этой конкретной семьи. Она останавливается и говорит: «А знаете что, мои дорогие? Идите-ка вы дальше без меня». Давайте разберемся, что это значит. Месть. Так, дальше. Еще. Желание одиночества. Так, дальше, дальше. Желание, чтобы им стало хуже, если она уйдет. Угу. То есть наказание. Молодцы. То есть мама говорит: я уйду, и пускай вам будет совестно за то, что вы меня расстроили. То есть она автоматически перекладывает вину за свои чувства на мужа и на ребенка. Сегодня мы с вами будем говорить о наказаниях. О наказаниях в мире детей и о наказаниях в мире взрослых. Но дети — это другое. Это воспитание, часть воспитания. Да что вы. А если без наказаний? Простите, ну как тогда регулировать поведение ребенка? Ну хорошо. Давайте ненадолго вернемся в детство. Поднимите руки, кто из вас в детстве стоял в углу. Угу. Ну, в общем, проще было бы спросить, кто не стоял. Так, раз вы все стояли в углу,
Значит, вы помните, о чем вы думали, стоя там? Вы, наверное, думали. Правильно меня наказали. Мама права, мне так и надо. Никогда больше не буду грубить своей замечательной учительнице. Буду стоять в этом углу, пока не справлюсь. Так? Или вы стояли и думали, какие же все-таки взрослые эти недоумки? И какая это учительница дура? А мама какая злая. Папа козел меня не поддержал. Какой же я одинокий. И как меня никто не понимает. Какой ваш вариант? Второй. Так, все, я готова. Сегодня состоится первое заседание суда по делу о крушении Дворца искусств. В заднем дворе мы видим людей, это в большинстве своем родители погибших детей, они ждут привоза подсудимых. Трагической гибели. Понимаете, строительство имеет допуски в технологиях. В материалах дела подробно указаны все нарушения технологий. И прежде всего это связано с тем, что мы не укладывались в сроки. И некоторые бетонные несущие конструкции требовали большего времени, чтобы застыть. Ваша честь, здесь подробно изложены показания обвиняемого Маркина Евгения Анатольевича, главного инженера объекта Дворец искусств, касательно технологических нарушений. Основные из них связаны с ГОСТами. Прошу ознакомиться. Вот вы заместитель генерального директора, а вы главный инженер проекта. Вы оба ставили в известность главу компании Крюкова Семена Александровича об этих ваших нарушениях, ну что, не успеваете в сроки? Нет, у меня было право подписи, Семену Александровичу ничего не было известно. Многие решения касательно хода работы я принимал самостоятельно. Вы не информировали главу компании о технологических нарушениях. Правда ли, что вы уполномачивали Леонова Олега Павловича осуществлять контроль за строительством веренного вам объекта? Да. Когда вы проверяли отчетность по выполненным работам, у вас не возникало подозрений, что есть какие-то нарушения? Нет. Когда вам стало известно о нарушениях технологий? Ну, когда следствие официально озвучило эту версию. Нет больше вопросов. Леонову Олегу Павловичу, ранее несудимому, несостоявшему браке, не имеющему детей, предъявлено обвинение по статье 293, часть 3. Халатность, повлекшая за собой смерть двух и более лиц. Статья 109. Причинение смерти по неосторожности двух и более лиц. Избрать меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 6 месяцев. Леонов Олег Павлович, вам понятно решение суда? Понятно. Гражданину Российской Федерации Маркину Евгению Анатольевичу, ранее несудимому, несостоявшему браке, гражданин Российской Федерации Любови Александра Маркина, имеющий одного несовершеннолетнего ребенка, предъявлено обвинение по статье 293, часть 3. Халатность, повлекшая за собой смерть. Самое лучшее лечение я взял это под свой личный контроль. Ну и, конечно, невозможно игнорировать чувство вины, хотя оно
косвенно. И я, и сотрудники моей компании, и весь город, мы, конечно, шокированы произошедшим. Абсолютно шокированы. Шокировано. Моя компания мечта выделила 60 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим и привлечения дополнительных специальных техники для устранения завалов и Не трогал. Выключи эту муть, пожалуйста. Вот так вот. Не засирает мне мозги. Вот и козлина, а? Я прям почуял, что ты здесь. Ты что, трубку не берешь? Здорово. Я не беру. А что ты нажался-то? А что, нельзя, что ли? О, точняк. Точняк. Смотри, мне смс-ки писал. Смотри. Забери меня отсюда 4 раза. Как я должен пойти? Откуда? А это... Все бар обойти, что ли? Почитай. А это что, ты писал смс-ки, что ли? Ага. Вот сам их читай. Я табельно не знал. Поехали по знакам стреляем. О, начинается. А что начинается-то по знакам? Все. По дорожам. Юрий, скажешь, погнали. Поехали, поехали. Что ты раскомандовался? Ну, давай же пацанов отпусти домой, блин, Юр. Давай. Шарик. О. Все, на, телефон. Хорошо. Все, хорошо. Все, пока. Куртку одеваем. Как он ловко выкрутился, да? Да? Ужиком такой, змейкой, да? Рыбка такой, фиють, бах, и все. А главное, директива-то сверху пришла же, да, чтобы Крюкова не трогать. И мы все-таки сидим и не трогаем. Смотрим, как овцы, блядь, тупые. Как он деньги ворованные на предвыборку тратит. Да, Юрчик, ты говоришь много, а? Не, ну тебе ж ход не дали, так и мне ходу не дают. А главное, судьи все в отказ. А прокуратура вообще без разговоров берет, все разворачивает на 365 и все. Не, ну я понимаю, но ты, если ты воруешь, ну ты хотя бы, ну можешь как тихонечко воровать, блядь, чтоб так вот детей не накрыло, ёб твою мать, блядь. А главное, свалили все на этих двух несчастных, блядь. Это помнишь, как в прошлый раз с банком было? Кто виноват? Охранник и бухгалтер. А генеральные чистики ходят предвыборные, готовятся в мэрию, баллотируются. Слышишь меня? Блин, Юж, задрал ты меня, блин. Знаешь что? Сиди вон на дорогу, смотри. Задрал я его. Что ты мне вообще рот-то затыкаешь? Я, может, и дружу с тобой только из-за того, что мне разговаривать с кем-то надо. Ну что, проводите? Не надо меня провожать. Давай, спокойно. Кто там? Градов. Пустишь? Там у меня в доме семья, не надо, чтобы нас видели. Ну, давай тогда здесь поговорим. Сергей Михайлович, вы знаете, что я вам скажу? Вы забудьте про это дело, у вас не получится ничего. Там такие люди, там такое лобби, вы даже не представляете. Его в мэры двигают, там такие бабки вбуханы в его пиар. Никто не захочет терять их, вам никто не даст арест. Ну, почему никто? Ты дашь арест? Нет, вы шутите, нет, это невозможно. Ну, ты подпиши, я там за месяц решу. Да даже если я вам дам постановление, вас в этот же вечер заставят его отпустить. Вы даже до камеры не доведете. Ты давай подписывай. Нет. Вы же понимаете, что ко мне придут? Кто дал арест? Судья Птицын дал арест. Не просите меня, невозможно. Давай начнем с другого конца. Ты память хорошая? В каком смысле? Ну, ты дурака мне не включай.
Ну, и я после того случая всегда был с вами. Угу. А ты как думаешь, я тебе за красивые глаза тогда дело тормознул? Я ваш человек. Я абсолютно ваш, только не сейчас, не с Крюковым. Не просите меня, невозможно. Так, смотри, как ты думаешь, сколько мне понадобится дней для того, чтобы возобновить твое дело? 3? А тебе сколько на постановление надо? Ну что, будем соревноваться с тобой? Написать ему какую-нибудь гадость или нет? Что за тварь все-таки? Ты о чем? Да опять этот дебильный журналист пишет. Его предвыборная программа строится на благоустройстве, но мы помним, как он благоустроил 9 детей в могилах. Нормально вообще такое написать? Овца тупорылая. Ты только с ума не сходи, не вздумай комментировать ничего. Да, Вов, привет. Слушай, угомони ты эту дуру старую. Ну, что она несет там в интернете? Да не надо ей звонить. Ты просто админа прижми. Пусть он ей доступ перекроет и... Крюков, Семен Александрович, ознакомьтесь с постановлением. Так, Оля, нужно срочно звонить. На выход. Оля, срочно звони Грише. Итак, главная новость сегодняшнего дня. Об аресте главы строительной компании «Мечта» и кандидата в депутаты Семена Крюкова вызвало небывалый резонанс. Пока мы, к сожалению, не имеем комментариев от самого Крюкова, он задержан и доставлен в ГУВД, но сегодня мы пообщаемся со старшим следователем антикоррупционного отдела СК РФ Сергеем Градовым. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. У меня к вам самый главный вопрос, который, видимо, мучает сейчас всех. Какие обвинения вы выдвигаете против Семена Крюкова? Хищение государственных средств в особо крупных размерах, повлекшее за собой крушение здания и гибель людей. Но вы понимаете, что это очень громкое заявление? Да. Но это, правда, невозможно поверить. Арест Крюкова вызвал небывалый резонанс в общественности. Ну, в общем-то, это объяснимо. Он давно добивался народной любви. Но мне как раз-таки кажется, что он не добивается народной любви. Его любят за его поступки. Его фонды спасают жизни многим детям, например. Ну, послушайте, сейчас у нас такое время, что, в общем-то, любой человек может начать заниматься благотворительностью, и общество ему простит любые грехи. Давайте все-таки вернемся к самому Крюкову. Мне понятно, что у следствия есть свои мотивы, но вы же должны... У следствия такие же мотивы, как у любого нормального человека. Наказать виновного. Почему вы так уверены, что Крюков виновен? Послушайте, ну, если я строю здание, которое посещает как минимум 500 человек ежедневно, и это здание обрушивается на головы людей, то виноват в этом я. В каком-то метафизическом смысле, наверное, да. Ага, да, сейчас, метафизическом. Вы зря хотите все это свести к трагической случайности. Понимаете, стройка – это технология. И здание никогда не обрушится, если эти технологии не нарушены. Наша задача сейчас найти и наказать преступника. В противном случае получается, что наше государство, на деньги которого построено это здание, спонсирует гибель наших детей. Уделала я просто. Сейчас бы взял бы твою рожу и расцеловал бы. Гриша, что, блядь, происходит? Успокойся. Вот. Постановление суда об аресте. Это что? Кто это вообще такой, судья Птицын? Вчера выехал с семьей за границу, по моим сведениям. Я отменить решение суда не могу. Звони наверх. Пускай хоть что-то решает уже, в конце концов. Звонил уже. Они, как бы сказать, не очень пока горят желанием решать. В смысле? После выступления Градова по телеку твой рейтинг резко упал. Что это вообще за мент? Мы что, не можем его угомонить? Мы не можем предложить ему денег? Да дело не в деньгах. Он просто адреналиновый мудак. Я его лет 20 уже знаю. Если он упрется рогом, то все. Так что лучше забудь про деньги и посмотрим, что он сможет на тебя нарыть.
Сидите сейчас и думайте, что ему от меня надо. Вчера я арестовал Крюкова. Как вы думаете, он боится, что вы заговорите? Или он уверен, что вы будете молчать? А если он засомневается? Если вдруг он подумает, что вы можете его сдать, как он в такой ситуации поведет? Мне может надоесть ваше молчание. Надоело. Встань. Руки назад. На выход. Слышали новости? Какие новости? Ну, как какие? Самые главные для вас. А, вы об аресте Крюкова? Он ни в чем не виновен. Слушай, давай договоримся, не будем тратить мое время, твое. Просто возьмем как аксиому. Я все знаю. Хорошо? Не надо мне вот бубнить. Послушай, мы сейчас здесь с тобой одни. Я тебя не записываю, ни к чему не принуждаю. В общем-то, я нормально к тебе отношусь. Не надо меня опасаться. Просто на самом деле ты оказался сейчас не в самой безопасной ситуации, понимаешь? А можешь, в общем, просто пройти по делу, как свидетель. Просто все рассказать следствию, и все. Мне нечего вам рассказывать. Просто в таком случае я смогу тебя защитить. Я смогу тебя отсюда куда-то перевезти, обеспечить тебе охрану. А с чего вы взяли, что мне угрожает какая-то опасность? Понимаешь, я, может, конечно, себя накручиваю, но Крюков сейчас очень нервничает, что из вас кто-то заговорит. Его очень сильно это беспокоит. Ну, я, конечно, надеюсь, что у него хватит ума вас никого не убивайте, там, не дай бог, не навестить ваши семьи. Ты его лучше знаешь. В общем, я тебя не тороплю. Ты просто подумай. Если что, мне набери, договорюсь. Продолжается следствие по делу об обрушении Дворца искусств, и дело обрастает все новыми подробностями. С сюжетом Вадим Калягин. Еще три дня назад глава строительной компании «Мечта» выступал свидетелем на суде, а сегодня он уже находится в камере заключения. Внезапный и грубый арест нарушил покой его семьи, несмотря на то, что прокуратура отвергла все обвинения против Крюкова. Мы выяснили, кто осуществил этот арест. Это Сергей Градов, старший следователь отдела по борьбе с коррупцией. На каком основании, почему и за что? На эти вопросы следствие ответа не дает. Смею предположить, что данное действие следствия – это произвол. Уголовное дело было возбуждено незаконно, данные получены неследственным путем. Ксюша, ты чего там про тебя? Угу. Включи. Сереж. Угу. Ты чего? Хорош, я опаздываю. Угу. Серег, что ты делаешь? Угу. Ну, ты же гуру. Да? Гуру должны опаздывать, конечно. Да? Да. Они подождут, ничего с ними не случится. Пиджак помнешь.
А со мной случится? Да что с тобой случится? Ну, ладно, черт с тобой. Извините, я знаю, просто... Ты понимаешь, что я вообще сейчас не должен с тобой разговаривать? Послушайте, ко мне приходил следователь антикоррупционного отдела. Ну и чё он? Предлагает стать свидетелем по делу. Да, не надо так смотреть. Понятное дело, я его послал. Хорошо, дальше что? Я хочу понимать, что вы будете делать. Так, ты сейчас о чем спрашиваешь? Семён Александрович, его отпустят? Или посадят. Я хочу понимать, что вы будете предпринимать, потому что я не понимаю, что происходит. Менты говорят ему, все, жопа. Так, ты деньги получаешь? Да. Регулярно получаешь? Без перебоев? Да, спасибо. Только я сейчас не про деньги говорю, а про собственную безопасность. Вы, например, можете дать мне гарантии, что меня никто не тронет? С чего ты взял, что кто-то хочет тебя тронуть? Ты веди себя правильно, и все будет нормально. Поверь мне. Я могу вам верить? Разумеется, никто не хочет причинить тебе вреда. Надеюсь. И не звони мне больше. Своими звонками нас всех потопишь. И себя в первую очередь. Эй, Врец, тут русским языком написано. Прикрепите ребра жесткости таким образом, чтобы они располагались внизу каркаса. А ты что делаешь? Что не про эти ребра жесткости? Я что, не знаю, что ли? Тут, походу, какой-то заглушки одной не хватает. Угу. Плохому танцору. Какой-то Вики решили бухнуть, занимаемся шкафом. Сидишь, трындишь только. Давайте сюда. Что не берешь? Нет, Женька, звони по 5 раз на дню. Ты я так воспитываю, чтобы не трезвонила. Какие у вас интересные отношения, мне? Ну, договорились же, ей-богу, ну, елки-палки. Ну, мы свободные люди. Нет, вот тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Контролирует меня. Слушай, это прям реально все равно, что она с кем-то другим спит. А вот хуй ты угадал здесь. Она с другими не спит, с другими сплю я. Я ей честно об этом говорю. А не нравится свободно. А вот когда женитесь. Процесс. А хочешь совет, Серег? Нет. Не женись. Не надо это тебе. Отъебись. Давай. Достал уже, Серег. Сейчас мы будем проверять вашу честность. Поднимите руки, кто считает, что он знает экзамен на 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сдаем зачетки, выходим из аудитории. Так, дальше. Кто думает, что сдаст экзамен на 4? Ну, тут гораздо больше рук. Сдаем зачетки, ждем в коридоре.
Я думаю, что я вправе требовать переэкзаменовки всего вашего курса в соответствии со всеми правилами приема экзаменов. Ну, это так не работает. Ну, как можно сдавать психологию? Как ее можно знать на 5 или на 3? Ее можно либо понимать, либо не понимать. Можно, конечно, себя как-то пытаться оценить, сможешь ли ты стать профессионалом или так и будешь зубрить эти лекции. Тем более, что там зубрить? Это же полный бред. Если вы мне прямо здесь сидя у меня в кабинете заявляете, что ваши лекции — это полный бред. Ну да, просто это без понимания сути бессмысленный набор фраз. Допустим, некоторым студентам этого и не надо. Марина, что с вами? Туда проходить. Ну что, снова жопа? Я пока ничего не говорю сейчас. Делать обследование, анализы. Что же, операн говорить? Я думаю, что он вернулся. Марина, ты, может, вообще об этой гепатите? Это может быть осложнение, последствия после него. Может, это вообще что-то другое, но... Вообще, просто рано паниковать, но... Ты же видишь, что я не паникую. Я спокойно лежу. Я даже не плачу. Уйди, пожалуйста. Алло, это я. Кто я? Леонов, заместитель Крюкова. Значит, давайте я сразу лишу вас иллюзий. Вы мне либо полезны, либо вы любите. Значит, вы мне бесполезны. Значит, я отправляю вас обратно в СИЗО, и вы разбираетесь со всем сами. Учитывая то, что все уже знают, что вы свидетель, я думаю, вам не очень будет приятно жить в СИЗО, ну, еще как минимум 6 месяцев. Вы готовы говорить? Готов. Если чувствую вранье, отправляйтесь обратно, это понятно? Да. Вас заставили взять на себя вину? Да. Кто? Крюков. Продолжайте, я слушаю.
Ну, мы сразу с ним договорились, когда я еще начал работать в компании, что если что-то случится, то сяду я. Мне за это платили. Ну, и продолжают платить сейчас. Что такого происходило криминального в компании, что ваше тело заранее было выбрано для отсидки? Дело в том, что я значился заместителем лишь номинально. Я только подписывал документы. Все вопросы по строительству, по закупкам материалов решал непосредственно Крюков. Финансовые вопросы в том числе. Поэтому я не знаю, у меня нет никаких сведений о каких-то махинациях, нарушениях. Я просто сидел в кабинете, мне приносили бумаги в огромном количестве. Я их подписывал, не глядя. Послушайте, Олег Павлович, вы вообще понимаете, что вам просто повезло? Ну, что просто кто-то спугнул убийцу. Для Крюкова вы труп. Это вопрос времени. Либо выдавить показания, мы его сажаем, а вы уходите по амнистии. Да. У Марины тяжелейшая стадия гепатита, состояние критическое. Я бы сказал совершенно однозначно про пересадку печени. Но у нас ее не делают, к сожалению. Где делают? Много где, в Москве, например. Но я бы не советовал, у вас очень сложный случай. Я бы отправил вас в Германию, в Ганновер. Там одна из лучших клиник, но надо стоять в очереди. А у вас времени уже нет. Правда, все серьезно? Да, все серьезно. Все надо было делать еще вчера, как водится. Ну, это приблизительно там. Учитывая лечение, реабилитацию, перевозку Марины, что там еще, стационар в Германии. Сколько так по максимуму может быть? Ну, может быть, 1800, может и миллион. Но максимально, я думаю, миллион, да, евро. А есть что сладкое? Ну, как сладкое? Мороженое. Отлично, мороженое. Что, не сладкое? Хороший десерт. Надо было что-нибудь к чаю, наверное, купить, да, Сереж? Что? Ну, Жень, все прекрасно. Слушай, Серег, у меня сейчас есть 1200-300, могу взаймы дать без проблем. У меня правда есть. 300 тысяч помогут? Не надо ничего, Серег. Братцы, я это помчу. Смогли. Не могу подобрать нахрен ни одного долбанного слова, чтобы его как-то успокоить. Ну как ты тут успокоишь? Понятно же было, что это вопрос времени. Как ты человека успокоишь, если Марина все равно умрет? А ты не могла бы сейчас не каркать? Ты что, вообще что ли не понимаешь, что эти слова вслух даже нельзя произносить?
Ну, это же правда. Слушай, Писарева, ну ты конечно, ты иногда, ты издеваешься, что ли, надо мной? Что? Да можно просто помолчать, вместо того, чтобы пороть эту херню. Уйди, Гриш. Семен, это неправильно. Уйди отсюда. Я не могу. Как твой представитель, я обязан присутствовать при всех твоих контактах со следствием. Это неофициальная встреча, Гриша. Уйди. Уйди, я сказал. Это вы? Вы организовали якобы покушение на Леонова? А я вас как-то недооценивал. И что теперь? Теперь у меня есть свидетель. Допустим. И? Завтра. Мне нужно передать тебе очень важную информацию. Какую? Как я хочу тебя. Дорогой Игорь Сергеевич, идите нахуй. Не должна умирать! Не вы кирич было умирать! Эксклюзивно на старт.